Друзья, всем привет, с вами Яков. Сегодня у нас вторник, а это значит, что пришла очередная ротация в порталы дерзаний. И на этот раз у нас 252 по счету, где мы будем играть за крестоносца. При этом наш герой облачен в сет Эгида Доблести, и нам предстоит закрыть 54 великий портал за 5 минут и 28 секунд, при этом у нас 230 парагон. И что касается этого портала, дорогие друзья, то он, в принципе, не сложный. Просто по очереди прожимаете нужные клавиши, и, в принципе, вы его закроете. Но так как сейчас, по сути, только начался сезон, то в награду вы получите коробку со всеми ресурсами, а эти ресурсы вам пригодятся или же для перерола предметов, или же для крафта предметов, а также для изъятия свойств для Куба Канаи, если вам такие свойства легендарные требуются. В любом случае, я уверен, что вы придумаете, где использовать данные ресурсы. Так вот, в этом портале мы будем атаковать с помощью двух навыков. Первый — это Длань Небес. Это умение будет наносить незначительный урон. Но в то же время, когда вы будете атаковать этим скиллом, вы будете усиливать свой урон от умения Ярость Небес. Ну и после того, как вы накопили 3 заряда Длани Небес на шкале бафов, вы используете умение Ярость Небес. И в этом геймплее Ярость Небес требует времени отката. Поэтому данный скилл используйте или же по толпе противников, или же когда присутствуют элитные противники, чтобы их быстрее уничтожить. Собственно говоря, так мы и работаем. Атакуем Дланью Небес. Как только откатилась Ярость Небес, прожимаем этот скилл. Вот и весь игровой процесс. Также по откату для увеличения вашей защиты можете использовать поборника Акарата. Для ускоренного перемещения можете использовать Скакун. Вот в принципе и все. Далее помогать в прохождении портала вам будут еще и пилоны. Ну и по маршруту моего следования я обнаружил следующее. На первом ярусе это пилон защиты, на втором ярусе это пилон поддержания, ну и на третьем ярусе пилон молнии. И всего этого более чем хватает, чтобы завершить данный портал дерзаний успешно. Так что пробуйте, не ленитесь, дерзайте, закрывайте портал, ну и в награду получаете коробку со всеми ресурсами. А я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, не болейте, ну и желаю удачи в сезонном походе.
Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!